Клик, и мы переходим по ссылке. Клик, и перед нами текст в посте. Клик, и перед нами целое поле информации. И, кстати, в этом пространстве... И, кстати, в этом информационном поле есть и наш проект. Это «Импульс-класс», меня зовут Анна Зубченко, и сегодня я нахожусь на встрече участников медиапроекта «Ямал-Клик». В Новом Уренгое множество молодежных и детских медиа-объединений. Это школьные редакции, детское телевидение, кружок журналистов и студенческий пресс-центр. Проект «Ямал-Клик» решил всех идейных и креативных подростков взять под свое крыло, познакомить с профессией и направить нашу творческую энергию в нужное русло. Мы, ребята, активные, готовы сотрудничать со всеми, помогать, набираться новых знаний и не сидеть на месте, сложа руки. Наше объединение существует третий год. Мы освоили теоретические основы журналистики, научились работать в разных жанрах. Попробовали себя в роли корреспондентов, сценаристов, редакторов, монтажеров и операторов. Начинала я с обычных фактов, которые мы снимали в студии, и закончила всероссийским конкурсом «Экология – дело каждого». Снимали мы его вместе с «Импульсом» примерно в конце августа, после чего отправили на конкурс, выиграла я, получается, там и съездила в лагерь. Мы только начинаем заниматься с этой интересной профессией и обучаемся, но уже имеем небольшой опыт работы в разных жанрах. Мы освещаем мероприятия, которые проходят в техникуме, различные конкурсы, праздники. Вот недавно было посещение студенты. 5 кураторов, 5 направлений. Телевизионная журналистика, работа в печатных СМИ, СММ, визуал и ТикТок. Участники разделились на 5 групп, и работа сразу же закипела. Мы обсуждали идеи, инфоповоды, составляли контент-план и даже получили домашнее задание. Периодически группы будут меняться кураторами, а значит, навыки по всем направлениям получит каждый из нас. Лучшие работы попадут в соцсети и в эфир «Импульс Севера», а также в паблики и группы администрации города. В итоге проект даст молодежи раннюю профподготовку, а городу большое число молодых, активных и, самое главное, грамотных специалистов. Я всегда топлю, продолжаю топить за то, что это одно из самых интересных направлений журналистики и вообще из всех, кто представлен. Так, мы тиктокеры. Всем привет, меня зовут Злата, я участница телевидения и гимназия. С «Ямал-Клик» я хочу научиться монтажу и съемке. Алихан, Новый Уренгойский техникум газовой промышленности. Я планирую связать свою жизнь с медиасферой. Я влюблю их в ж... Да! Юлия Шаркова, корреспондент информационного агентства «Импульс Севера». Я влюблю их в тележурналистику. Катя Верченко, «Импульс Кидс», непосредственность и прямолинейность – наш конек. «Ямал-Клик» – это новые возможности, новые знакомства и классные перспективы.